Осінь – прекрасна пора, вона дарує нам зустрічі, романтичний настрій, а ще безліч смачних і корисних страв. Що саме краще буде приготувати цієї осені, дізнаємось вже за мить. Баклажани та перець – вони королі осені на будь-якому столі. Які ж кращі смаколики приготувати, нам підкаже шеф-кухар Марина Мельникова. Доброго дня. Здравствуйте, Еріка. Що смачного зможемо приготувати? Страв безліч і зорієнтуватись іноді навіть просто важко. Особливо в це час року, коли у нас дуже доступні всі овочі, фрукти, овочі, зелень. Ми знаем миллион рецептов из баклажан. Вот. Каждой хозяйке есть свои рецепты закатки на зиму, свои рецепты приготовления. Баклажаны очень уникальный продукт. Они сочетаются, во-первых, их не едят никогда сырыми. Вот. Да, и они сочетаются со всеми остальными овощами, сочетаются с мясом. Я вам покажу разные виды баклажан. Вот у нас есть баклажаны, те, которые тоже я купила сегодня на рынке у нас. Вот. И чем отличаются темные баклажаны от светлых? В темных баклажанах содержится вещество, которое называется солонин. Это вещество у перезревших баклажан является немного как бы галлюциногенным. Так, и не корисно для организма. Да, и для того, чтобы убрать солонин из баклажана, его нарезают на кубики и оставляют в подсоленной воде. В белом баклажане солонина нет вообще. То есть его можно не вымачивать, он очень сладкий, у него нет горечи. Родина баклажан из Индии. И пришли они к нам примерно 3 века назад. И полюбились всем нашим хозяйкам, и теперь они готовят. Я сегодня вам покажу блюдо, которое можно приготовить тоже очень быстро. И мы будем баклажан сочетать с мясом и с остальными овощами. Дуже добре буде смакувати. Да. Про це баклажан ще нічого не сказали, він так дуже цікаво, красиво виглядає. Этот баклажан тоже очень сладкий, в нем немножечко находится солонина, но тем не менее его тоже можно практически не вымачивать, в нем нет горечи. Але не часто такий зустрінеш на ринку, так? Есть. А есть еще маленькие, вот как китайские баклажанчики, маленькие карликовые, но у нас их пока нет. И что у нас еще? У нас есть замечательный перец. Салатный перец тоже сейчас очень доступен. Ну, вот, все хозяйки закатывают. И на столе каждый день, я думаю, в каждой семье присутствует в салатах, во всем салатный перец. Вот. Ну, это очень дуже корисно. Да. Он очень полезный. В салатном перце очень много витамина А, витамина С и группы Б витамина. Вот. То если не хочете ходить в зиму, да, смотрите, самый полезный это красный перец, потому что в нем еще находится каротин, тот, который мы в моркови привыкли. Я думала, что он однаковый, я думала, что это просто забарвление разные, и то уже кто что любит, кто меньше, чего не убирает. Меньше всего витаминов в зеленом перце, поэтому зеленый перец используется вот как гарнир и для закатки. Вот. Зеленый перец фаршируют хозяйки. Вот. Значит, смотрите, сегодня мы с вами сделаем фаршированный баклажанчик. Вот таким образом мы разрезаем баклажан и вырезаем у него мякоть. А она нам потом сейчас надобится? Да, она нам понадобится. И ложечкой себе помогаем, выбираем мякоть баклажана. Чи багато часу потрібно на те, аби приготувати таку страву? Ну, от, мені достатньо приблизно 15 хвилин для того, щоб приготувати це блюдо. Ну, мені помножуємо на 3. Ну, вправним господиням, я думаю, один баклажанчик, це у нас буде одна порція. І от цей баклажан, він нам понадобиться. Ми зараз будемо обжарювати. Поки ми будемо обжарювати баклажан, нам потрібно буде приготувати начинку. Що ми вбираємо? Ми беремо морковь. Однієї буде достатньо. Так. Это тоже очень быстрое блюдо, если вы хотите на ужин. И опять-таки вернемся к нашей теме доступности. Если у вас есть маленький кусочек мяса, и вы хотите накормить свою семью, вот, то это блюдо у вас должно быть на вооружении. То мы еще будем добавлять и мясо, так? Да, да. Мы сюда будем добавлять мясо. Нарезаем наш баклажан. Тоже соломкой. Не мелкой, не крупной, средней соломкой. Сюда мы еще добавим салатный перец.
Як можна якомога довше зберегти баклажани? Тому що ми його готуємо, ми насолоджуємось, але вересень жовтень, хочеться ще поласувати іноді навіть перед Новим роком у грудні. Як ви зберігаєте їх? Баклажани, ну, во-первых, це закатка. Закатка. Вот. И есть еще один способ сохранения баклажанов – это сушеные баклажаны. Как высушить? Для того, чтобы высушить баклажаны, нужно вот такой вот синий баклажан, синий-черный, очистить от кожицы, нарезать соломкой, брусочками некрупными, взять иголочку с ниткой, продеть и где-то на балконе вывесить, чтобы он у вас сушился. Вот. Затем сохраняются все свойства баклажана. Вот. И хранить в стеклянной банке, например, этот баклажан. И если вы захотите зимой побаловать себя баклажаном, вы достаете, вымачиваете в воде баклажанчик, добавляете аджики, и у вас готово. Дуже смачно. Скільки можно так уже в склянці потім його зберігати? Ну, у меня хранятся они примерно до Нового года. До Нового года, ну не потому, что они портятся, а потому, что они просто съедаются. Если можно, я вас попрошу порезать лук. Так. Вот. А я буду, давайте поменяемся, а я буду подготавливать вот нож. Ну, начинки немало. Да, це все да. Для одного, так? Да. А я буду подготавливать мясо. Вот у меня вот такой кусочек мяса. Невеличкий. Да, да. Я думаю, що нам весь не пригодиться. Що краще обирати? Свинину? Свинина, говядина, можна курицю, все, що угодно. Все, що ви любите. Якщо ви любите курицю, то можна соломкою порізати курицю. Якщо ви любите говядину, не їдіть свинину. Можна... Вот у мене зараз свинина, це філе свинина. Все, продукти у нас всі підготовлені, і ми починаємо обжарювати. Ми включаємо плиту, наливаємо растительне масло, і зараз ми будемо... Сюди можна ставити тарілочку. І поки у нас масло буде розогріте, ми почнемо ще одне блюдо готувати. Теж на швидку руку. Це все одночасно? Так, практично все одновременно. Вот. У мене тут є ось такі небольші перці, я їх буду готувати цілком. Не очищая от плодоножки. У меня есть чеснок, зелень нам понадобится, у нас много зелени и сыр. Сейчас у нас уже разогревается масло. Все це можна готувати як і вдома, так можна готувати на порозі, тому конечно. Що ще у вересні, у жовтні багато хто знаходиться на своїх дачних ділянках, люди відпочивають. Виїжджають на пікніки, до лісу багато хто виїжджає. Все це, в принципі, можна якось так і приготувати. Да. А можеш приготувати і взяти з собою на природу. Ми йому дадим немножечко остыть, немножко віддихнути. Так. Так, а пока перец, у нас отдыхает, мы возвращаемся к нашим баклажанам. Теперь мы готовим наши баклажаны. Значит, у нас уже все подготовлено, все нарезано. Мы начинаем с продукта самого твердого. Это морковь. Добавляем немножко паприки. Немножко черного перца и присаливаем по вкусу. Поедем с ароматом яса разом с перчиком, с морковью. Да, да, жареное мясо, жареный перчик, морковка, баклажаны. Это все очень вкусно и очень красиво. Сейчас мы будем этой смесью фаршировать наши баклажаны. Выкладываем наши поджаренные лодочки. Ну тут начинки немало, так? Да, тобто, да, навіть, да, на один, да. Можно больше навіть брати и буде вдосталь. Будет достаточно, пускай немножечко начинка вываливается на тарелку. И получается у нас вот такая вот лодочка с овощами и с мясом. Теперь последний штрих. Мы берем кусочек сыра.
тертым сыром. А, тут еще сыр. Да, и вот пока горячее, у меня здесь сыр с орехами. Вот. Пока горячее, запекать мы с вами не будем, это можно уже сразу немножко украсим тарелочку. Тарелочка расплавится, да? Да, он расплавится немножко на горячей нашей начинке. Украсим наше блюдо. Должно быть не только вкусно. Еще и красиво. Еще и красиво, да. Добавим немножко зелени, немножко рукавой посыпем. Вот. Значит, одно блюдо у нас, видите, сыр уже расплавился. То есть не надо его еще раз запекать в духовке, потому что мы практически уже приготовили. Ну, одна страва у нас уже готова. Да, теперь мы возвращаемся к нашим перцам. Они уже немножко отдохнули. Они очень мягенькие. И из них выходит воздух полностью. И теперь нам нужен чеснок, пару зубчиков чеснока. Вы нарежете чеснок? Режу, режу. Для того, чтобы удобнее было его нашинковать, я его немножечко раздавливаю. Це ви завжди так робите? Да. Якийсь є в цьому певний секрет, тому що він ароматніший потім. Он удобнее режеться, он ароматнее становится и не прыгает от вас по доске. Вы знаете, что у чеснока, который выдавливают через чесночницу и который режут ножом, два абсолютно разных вкуса. Серьезно? Серьезно, попробуйте. И я хочу... Я на это задумывалась, что так может быть. Да, я хочу еще добавить зелень. Нарезаю, причем нарезаю крупно. Чем мельче нарезаешь укроп, тем он больше отдает своих этанцидов. Посыпаем зеленью, добавить, наверное, еще немножечко остроты. Ну, такий перець буде дуже добре смакувати до м'яса, так? Да, до картоплі буде добре смакувати. По желанию можна додати уксус. Я не додаю уксус. Вот. Можна додати спеції, можна додати лук, все що угодно. Ну, от мені він подобається вот в такому варіанті. По-перше, це готується дуже швидко. Тобто у нас зараз що найцінніше час? У нас нет времени. Да, это очень полезно. Это не полуфабрикаты, это не... Это просто вот быстрый ужин, который вы можете приготовить за 10-15 минут. Який ще рецепт можно так швидко пригадати, що робиться буквально за 15 минут? Нет, необычный или быстрый? Значит, самый необычный рецепт из баклажан, с которым я сталкивалась, это сладкие баклажаны к чаю. Я на это чула про такое, скажу честно. Это баклажаны готовятся как финики. Баклажаны отвариваются в сахарном сиропе несколько часов. То есть блюдо это, конечно, долго готовится, но оно того стоит. Значит, баклажаны режутся брусочками и отвариваются в сахарном сиропе один к одному. Базовый сахарный сироп. Стакан сахара, стакан воды. Вот. Делается сахарный сироп, в этот сироп добавляется корица, гвоздика, ваши бадьян можно, любимые специи, вот, и отвариваются на медленном огне, отвариваются баклажаны. Затем они выкладываются на пергамент, просушиваются немножко в духовке, и их можно подавать к чаю. Ну что ж, я думаю, что мы все будем идти это куштувати. Смачного! Так, у нас буде дуже добре продовження дня. Не полінуйте сьогодні, обов'язково приготуйте. Займає буквально 15 хвилинок, а насолода буде потім дуже-дуже довго. І ви не пошкодуєте, що ці 15 хвилинок витратили на приготування таких смачних страв.